Особая атмосфера царила в этот вечер в фойе Дворца культуры «Видное». Организаторы постарались сделать так, чтобы можно было не только развлечься, но и провести время с пользой. Например, взяв мастер-класс по макияжу. 8 марта, как-никак. Мне клиентка может задать любой вопрос, что у нее не получается, что хочется улучшить. И мы даем советы и обучаем. Не просто нанесли, и человек ушел и не знает, как это повторить. Какой же праздник без ярмарки? И здесь мастера не просто показывали товар лицом, а также давали маленькие советы, что будет в тренде этой весной. Цветочная тема. Смотрите, какие колечки. Регулируются на любой пальчик. Вот так же к ним можно сделать также сережки. И вы знаете, очень многие сейчас предпочитают клипсы. В праздничном концерте приняли участие молодые творческие коллективы. Приветственным словом к собравшимся обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Природа щедро наделила женщин различными талантами. Вы, в отличие от нас, все успеваете, со всем справляетесь, и детей воспитываете, хозяйство домашнее ведете, ИПЛ. При этом вполне себе реализуетесь профессионально, кто в бизнесе, кто в общественной деятельности, кто учит детей. Я от всех мужчин Ленинского округа хочу всех наших женщин поздравить, пожелать здоровья, пожелать добра, пожелать благополучия, пожелать любить, быть любимыми, пожелать мира в душе и мирного неба над головой. Будьте счастливы! С праздником! Организаторы праздничного концерта сделали определенную поправку на то, что в зале в основном сидели представительницы прекрасного пола. Одним из номеров стал модный показ. Сегодня посвящен 8 марта. Еще у нас участвовали мамы и бабушки. Наряды нам предоставляют разные шоу-румы. Мы сотрудничаем с разными дизайнерами, которые нам предоставляют одежду, и модели, соответственно, их демонстрируют. Естественно, что в ходе концерта ведущие не скупились на теплые слова, обращенные к женщинам. И, судя по всему, у всех зрительниц запаса хорошего настроения хватит не на один день. Прекрасный праздник. Получили удовольствие. Да, все хорошо. Столько всяких пожеланий. Конечно, бы хотелось, чтобы они были ежедневные, чтобы мужчины к этому стремились. А так все. Спасибо за праздник. Настроение такое немножко приподнятое. Прям чувствуется праздничное такое настроение. Спасибо большое. В ходе праздника также прошло награждение женщин, которые внесли значительный вклад в жизнь Ленинского городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.